Хочешь сделать удушающий. Вот мы изучали на уровне Силентау такую технику. Все, я уже освободился от захвата. Я могу сделать удар. Ланцао, Факсао. Еще раз принцип батута. Я отталкиваюсь от его рук, который увеличит силу моего удара. Я наношу удар. Использую его инерцию. Освобождающий захват, использую инерцию. Это простая вещь. Можете пробовать. Есть направление Винчун, европейские направления Винчун. Должны понимать, что у нас это немного отличается. То есть, опять же, мне не важно, наносит удар или захват, я использую похожие принципы. Я даю вам принцип, который в дальнейшем вы можете использовать в любой технике. Сегодня мы учили болевой контроль через технику Джанцао, техника Цина. Вот в Силентао мы учим Гансао назад. Посмотрите, как это можно использовать против этого болевого контроля. Очень понимать нужно, Фанцина — это мертвая точка. Начни еще раз. Вот эта мертвая точка. Если я дам ему возможность продолжить, я уже ничего не успею сделать. Я должен тонко чувствовать эту мертвую точку, и тогда я могу что-то выполнить против. Если он переходит грань этой мертвой точки, все, уже бесполезно что-то делать. Не видно. Если даю ему возможность его продолжать, все, он выполняет болевой, я уже вряд ли что-то сделаю. Если я делаю упрямление руки, я только помогаю ему увеличить его силу болевого контроля. Такие принципы очень часто и очень много используются в дзюдзюцу. Очень много тренируется этот дзюдзюцу. Я не даю ему возможность выполнить болевой контроль до конца. Соответственно, я могу что сделать против. Попробуйте, пожалуйста.